В Белгороде под председательством митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна состоялось заседание Русского народного собора. Общественники, писатели, художники, педагоги и студенты, а также члены правительства области обсудили образ будущего России. Цель заседания – определить общие векторы развития, которые будут просты и понятны каждому. Думаю, что вот люди, которые здесь сегодня собрались, это и представители духовенства, и представители высшего образования, представители учреждений культуры. Вот на нас, наверное, лежит особая ответственность, потому что мы должны воспитать людей для России будущего. Мы должны направить их мысли, их дело в нужное русло. Представитель общества «Царьград» Олег Лебедев призвал, строя планы на будущее, ориентироваться на мнение молодежи. Если мы говорим о России будущего, если мы их не будем слушать, там сидящих ребят, мы можем сколько угодно писать научные труды, привлекать ученых, рассказывать, делиться своим опытом. Мы знаем, как это было. Мы можем предполагать, как это будет. Но будущее за ними.